Добрый день! Сегодня 31 октября, и все празднуют Хэллоуин. На Хэллоуин мы решили испечь печенье «Ведьмины пальцы». Оно стильно смотрится, вкусное и красивое. А самое главное, очень легко печется. Сейчас я расскажу, как. Для приготовления теста нужно 150 грамм сливочного масла, сахар 200 грамм, 1 яйцо куриное, ванильный сахар 1 чайная ложка, мука 400 грамм, разрыхлитель 1 чайная ложка, соль 1 четвертая чайной ложки и миндаль для украшения. Масло сливочное мы взбиваем с сахаром и ванильным сахаром, добавляем яйцо, перемешиваем, муку смешиваем с разбавителем и также добавляем в общую массу. Все перемешиваем руками, образуем комочек и его убираем в холодильник буквально на полчаса. Затем достаем из холодильника, формируем пальчики различной длины и ширины, какой вам только нравится. На один краешек мы пол орешка выкладываем в виде ногтя, а ножом прорезаем суставчики, чтобы пальчик был более похож на натуральный палец. И затем убираем в духовку на средний огонь на 15 минут, пока наши пальчики не подрумянятся. Для красоты можно еще на каток, то есть миндаль, покрыть медом, но он будет блестеть, и это будет изюминка нашего печенья. Всем приятного аппетита и всех с праздником Хэллоуином. Отмечаем весело и красиво.